Дорогие друзья, понедельник. Чё? Они уже, потому что еще беременные, им живот мешает, они не достают. Ну и человек свободный тут рядом. Чё? Тоже? А чешутся они, потому что вот в сене они все натрутся. Сено же, оно же колючее. Никто в детстве на сене не спал. Деревне. Страшное дело. Вчера же была тема про любовь. Анекдот. Что любовь бывает разная. Ну, тоже своеобразная про любовь. Короче, преамбула такая, примерно как обед на гусаре замолвите слово. Утром провинциальный городок, утром горн. Там барабаны, труба. Со второго этажа открывается на окно. Поручик Ржевский выпрыгивает прямо на седло лошади и коня и скачет по дороге. За ним девушка выглядывает и кричит: «Поручик, а деньги?» Он такой: «Гусары денег не берут». Тоже про любовь. Ну, в смысле, что любовь бывает разная. Вот бывает стихотворение, например, про любовь. Без тебя день проходит как туман. Скорей к тебе, любимый мой диван. Ну все, дорогие мои друзья, пока. Опять память кончается.